За долгое время охоты на ведьм, а точнее на игровые клубы, их хозяева научились мастерски маскировать игорные заведения. Взять, к примеру, недавно закрытое в Кинешме казино под вывеской «Кафе Шашлычное». А вот у ивановских держателей игровых клубов фантазия, видимо, не так развита. В самом центре города на улице Ташкентской огромная неоновая вывеска зазывала игроков в лото-клуб. Не так давно прокуратура в третий раз закрыла заведение. Но сегодня его двери снова открыты всем любителям сыграть на деньги.